быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь, не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не знача, быть причиной на устах у всех. Жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни целой, очеркивая на полях. И окунуться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги. Как прячется в тумане местность, когда